Очередные рейды по договорам на вывоз мусора для коммерческих объектов провели сотрудники отдела муниципального контроля администрации Каспийска совместно с МБУ «Зеленый город». Некоторые предприниматели с пониманием относятся к закону и сразу идут на контакт. Например, как это сделали представители магазинов «Муса Моторс», «Сухие смеси», «Миарса», «Кофейня Кофе Смоук», гостиничный комплекс «Эдем», кондитерская «Мунлайт» и многие другие. Акты же на недобросовестных бизнесменов будут переданы в суд на взыскание штрафа по договору на вывоз мусора за предыдущие и текущие периоды. Отметим, что рейдовые мероприятия по коммерческим точкам в Каспийске будут осуществляться и дальше. Отдел муниципального контроля администрации Каспийска настоятельно рекомендует заключить договор с МБУ «Зеленый город» на вывоз мусора в соответствии со статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Напомним, что отсутствие договора влечет за собой наложение административного штрафа либо же приостановление деятельности.